В самом крупном научно-исследовательском вузе США, Нью-Йоркском университете, который закончили более 30 нобелевских лауреатов, чествовали казахстанский клуб «Номад». Эта студенческая организация, представляющая наш регион, получила специальную награду. Особенностью работы клуба «Номад» в стенах университета стало открытие классов по изучению казахского языка для взрослых и детей. Для них организованы кружки национальных танцев, проводятся лекции и концерты. В этот раз для них выступил наш земляк, известный пианист, победитель международных музыкальных конкурсов Иван Гусев, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, знакомил детей с творчеством великих казахских композиторов. Сегодня я дал концерт-лекцию для детей в клубе «Номад». Я родился в Караганде, Казахстане. Для меня было это очень приятное и важное событие, поскольку я долгое время преподавал и учил детей. Сейчас я больше концертирую, я концертирующий пианист.